Короче говоря, отключили интернет. Это была среда. Я спокойно смотрел YouTube, как вдруг отключили интернет. И я подумал, может, перезагрузить интернет? Это не помогло, а значит, его отключили. Я стал убираться в доме. Но потом мне все равно нечего было делать. И я вспомнил, что могу порисовать. После рисования все равно интернета не было. Я решил поспать. Я выспался. Потом я посмотрел, и интернет включился. Короче говоря, отключили интернет. Всем привет, с вами Паша, я надеюсь, вам понравилось мое новое видео, и вы поставите лайк, подпишитесь на канал, если не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!